Всем доброго ранку. Ой, солнышко с самого утра. Погода прекрасная, тепленько. Ночь была спокойная. Но тоже думаешь, хорошо это или плохо. Может, эта ночь будет плохая. Имею в виду с сиренами, с ракетами и со всем набором. Посмотрим. Сделала себе чаек и чуть-чуть сахара, чтобы глюкозка в мозг попала. Вот мои цветочки. Новая веточка выпустил. Я не помню, как он называется. Я его называю долларовое дерево. Кто помнит, напишите мне в комментариях. А вот это вот, смотрите, отдельно. Это финиковая пальма. Но она растет очень медленно. Очень. Вот мои цветочки. Уже хорошенькие. Вот будут новые бутончики, цветочки. Бутончики уже есть, будут цветочки новые. Хорошенький цветочек. Этот уже перестает цвести. Больше уже пока у цветочков нету новых. Подцветает. Ну, вот так он и будет стоять, такой зелененький. А я тем временем ребеночку завтрак готовлю. Это какао варится. Рецепт очень простенький, легкий. 0,5 литра молочка. И я немножко добавляю водички, чтобы не так было жирненько. Ну, 100 грамм воды. 1,5 столовые ложки сахара. И какао на глаз, там где-то, я не знаю, маленькая ложка чайная того какао. Все. И сейчас ждем, когда закипит, и какао наше готово. Супер, готовьте деткам, это очень-очень полезно и вкусно. Меня малый очень любит. А здесь я подогреваю свою плаценту ему. Смотрите, какая вкусняшка. Я чуть-чуть водички сюда наливаю. Тесто становится мягенькое. То, что надо. Там один пирожок остался, этот чебурек мяско, половинка. А это вот наша хачапури с яичками с брынзой. Очень вкусная. Все, сейчас нагрею, он пока спит, мне на работу нужно будет идти. Всем хорошего дня, мирного неба. Увидимся. Пока.